будет худо. Прокуратура передала в суд дело бывшего советника бывшего губернатора Светличной. Мария Андреас, советник губернатора по вопросам медиа, чего-то там, еще чего-то там, в общем, неважно на самом деле, чего она там советовала, главное, что она тоже жила за наш счет. Выпал уникальный шанс обрести богатство. На комиссии квалификационной предоставила поддельный диплом о высшем образовании. Вот, ну, как-то так, ты идешь на помощника губернатора и предоставляешь диплом поддельный, фальшивый, о высшем образовании. И при этом становишься советником губернатора. Прокуратура разобралась, передала дело в суд, санкция статьи предусматривает до 2 лет тюрьмы. Мария Андреас, не делайте так больше. Оно того не стоит. Нужно хорошо подумать.